Приветствую вас, друзья. Продолжаем наше прохождение. Поигрался тут без вас немного в фоне. Зачистил вот эту комнату. Одну из первых, которых я пропустил. Здесь был телепорт. Все очень удачно получилось. Также сходил здесь, зачистил. Здесь огромная комната была. Много-много всяких разных супостатов. Тоже все зачистил. Получил 6-й уровень. Эту комнату прошел. Здесь совсем мало было врагов, честно говоря. Тут весь центр комнаты занимает вот такая хрень, плюется огнем, вокруг нее эта хрень с лезвиями шатается. Ну и осталась последняя, так понимаю, самая-самая. Подошел я к этому с не очень хорошими показателями. Маны практически не осталось. Хила тоже не осталось, но по здоровью все более-менее. А вот с маной совсем все плохо. Особенно это печалит, учитывая, что у нашего хила как раз маны нету. Так что, что из этого выйдет, я не знаю. Ну, давайте пробовать. Сейчас узнаем, что тут в последней этой самой. Так, ну, противника я не вижу. О, восстановить здоровье и ману. Применим только один раз. Ха! Ё-моё, кто бы знал-то, да? Кто бы знал, что так можно. У меня тут еще баф висит от колодца. Восстанавливает 5 здоровья каждый ход. 5% от общего количества. Оха, мана, 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 муна, муна, мана. Слушай, а мне сразу со всеми вам биться придется? Или... можно как-то вас выцепить по Малясию по пару штук, не? А-а-а! Катсцена. Ну, давайте смотреть. Вау! Там что-то происходит, походу. Готовься. И опять звук сбился. Так что извиняюсь, если было очень громко. Так, ну я так понимаю, что вместо всех тех бандитов мы будем сражаться с каким-то древним големом, то ли призраком, то ли вообще хрен пойми. Клинкодемон, друзья, 5-го уровня, но у него 500 хп. Это, конечно, круто. Ну что, поехали. Он будет бить нас сейчас прямо. Так, какие-то могучие приемы появляются. Атаки, лечение и получение урона увеличивают полоску могучих приемов. Когда полоска заполнится, кто-то из персонажей сможет воспользоваться ею, чтобы использовать один из своих уникальных могучих приемов. Давайте глянем, что это такое. Защищает всю группу щитом на 38 урона. Пока щит героя действует, его сила атаки увеличивается на 10%. Блин, я вообще-то не это хотел сделать, честно говоря. Вот совсем-совсем, честно говоря, не это я хотел сделать. Ну ладно. Ладно. У меня здесь был на проворность. Вот, хорошая штука. Ею мы и воспользуемся. А здесь что? Устанавливает каждому члену 41 здоровье, снимает двойник. О, шикарная вещь. Ладно, мы способностью тогда обстрел воспользуемся. Держи подачу. И ты держи подачу. 92, да еще и проворность. Ух, а вот это было больно. Ребят, это было больно. А что же, насмешка не сработала, что ли? А должна была. Чё за она? Так, здесь тогда способность какую? Давайте еще раз обстрел. Жизни у тебя хватает. А ты, друг, давай тоже способность. Еще один такой же. Вот, вот это гораздо лучше. Насмешка.
Держи обстрел. Ну не айс, не айс. Вот так оно ловчее будет. Так. О, почти выросло могучий прием. Насмешка есть. Способность. Да. Калибретто, 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 калибретто. У тебя все есть. Давай тогда. Не. Давай еще обстрел. А, что с тобой сделать-то? Можешь укол? Половину мы ему сняли уже. Ну, это такое себе, друзья, такое. Не, давайте способностью, бодрящим ударом. О, на 35. Калибретто обстрел. Держись, скотина. Чуть больше сотки у него осталось. Ах, вот добить не удалось, да? Че у него, могучий удар какой-то свой? Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Страшно, друзья, страшно. Кому он бьет-то? По всем бьет. Жестоко. Я вам скажу, жестоко. 25 жизни. У нас, кстати, могучий удар зарядился. Только он нахрен не сдался, честно говоря. Так что тебя просто кулаком, скотину, ударю, ты сдохнешь, надеюсь. 24. Знаешь, что калибрата добьет? Даже не 24, 20 только. Ну и ударом под дых твоя сказка закончится. Вот так-то. Сдохла, зараза. О! 7-й левел все взяли. Очки талантов, новые способности. Класс. Просто класс, друзья. Ух, палаш прибрежной стали. Осколок клинка. Шикарно. Клинок, который они вытащили из этой дряни, был артефактным. Это не просто бандитские шалости. А Зизук нормальный. Тот, которому удалось сбежать, обронил этот символ. Ну-ка, ну-ка, что за символ? Видел такое раньше когда-нибудь? Нет, никогда. Похоже, пора нанести новый визит Бороде. Борода. Борода. Так, ну все, мы атаковали. Героический сундук с сокровищами вроде как нам получен. Несите символ кому-нибудь в рисково. Так, а здесь ничего не, нету. Вкусненького. Сладенького, сладенького, вкусненького, ням-ням. О, есть же. Старый ржавый клинок. Обалдеть. Сюда пройти вроде как нельзя. Ну давайте знакомиться со всеми вкусняшками, которые нам дали. Так, так. Слушайте, вкусняшка какая нам перепала там. Вот такой вот у нас был. А можем поставить вот такой палаш из прибрежной стали. И здоровье, и выносливость. Плюс 12 атаки. А вот старый ржавый клинок не подходит. Умоляющий вернусь его владельцу. Квест, что ли, какой? Походу на то. Похоже на то. Так, что у нас там еще-то было? Это значит, получается, что-то такое, а не такое. Небольшой осколок клинка демона. При касании слегка вибрирует. Душе нечаянно хрена вам нужен? Это тем более не нужно. И остается у нас героический сундук с сокровищами. То, ради чего мы эту всю фигню и проходили. Давайте откроем. Палаш какой-то. Фиолетовый, фиолетовый. Редкий, слушай. Да? Блин, да что ж тебе так везет? Ты Гаррисон, а? Гаррисон Форд. По-другому тебя не назовешь. Все на тебя упало. Скотина ты подлая. Еще круче.
Такой же, как и Синька, только еще более крутой, с силой атаки плюс 8. Класс. Ну что ж, хорошо. Будешь бегать с ним. Ну, конечно, обидка, что все выпало только этому гаду. Небольшая бутылка используется в алхимии. Тут говна уже набрали. Продать все это нахрен надо. Да, ну что же. Вообще надеялся немного на большее, но и так пойдет. Хорошо, что вот этот осколок здесь стоит, который позволяет нам вернуть все здоровье, иначе было бы беда. Беда, беда ли беда. Так, портал. Давай сюда. Я, кстати, нашел рецепты. Даже сбегал к верстаку. Но нифига подобного, друзья. Не можем пока ничего делать. Да и нечего на самом деле делать. Видите? Вот здесь показывается, кому вещь принадлежит, точнее, подойдет кому. И насколько она лучше или хуже нынешней вещи. Сейчас, допустим, я могу сделать нокаут. Перчатки такие. Но они абсолютно равны по своим характеристикам. Те, что уже одеты. Как бы и не нужно. Вон, куртки всякие есть. Но она такая же. Тоже могу создать, но она такая же, что и одета. Здесь у голема более крутая вещь одета. Видите, значок минус. Единственное полезное выпало вот такая вот ожерелье. Острая цепочка из прибрежной стали. Но на нее не хватает компонентов. Ну вот как? Как? Что? Нет. Почему? Я бы вот не отказался от трех таких цепочек. Но доп. Урон и выносливость. Но. Пока что с этим нас... С этим мы пролетаем. Ну все. Вываливаемся из этого подземелья. И возвращаемся в город. Да, покинуть. Для этого подземелья теперь доступен легендарный режим. Фига себе. Ну, вообще, это круто, как бы, легендарный режим. Но я это, как бы, не особо пока хочу. И увидите, подземелье мы прошли, и все мобы восстановились, которые были. Да? Нет? Нет? По-моему, нет. По-моему, один появился, которого я то ли не добил. Нет, нет, восстановились. Потому что раньше их не было здесь. Так, но я их пока трогать всех не буду. Убьем только тех, кто мешает нам добраться до бороды. Так, и у нас теперь, друзья, есть могучие приемы, они остались. Я думаю, они доступны только для бигбоссов, но нет. Кстати, нам дали новые способности. И мне бы понять, какие. Оберег было, осколки были. А, вот, закрытый удар. Наносит 36 урона, снижает урон, получаем галли на 10%. Тыры-тыры, пуры-пуры. Я бы, честно говоря... Пощел бы тебя бы простыми ударами убить бы и все. И как бы не напрягаться. Давай, чувак, своим супер тупым ударом. Обидно, что вот эти листочки потратились, ну ладно. Это не подземелье, тут все просто. Еще какая-то бензопила стоит, нас ждет. Ага, теперь вас двое. А что это за могучие реки крови? А чё нет? Давай, глянем. Ох, какая же заставочка-то. Неплохо так, 86 у него. Накатил. Давай насмешечку.
Да ты давай. Без урон снись. В смысле, уязвимость поставь. Ой, он сдох сразу. Отлично. Давай это насмешку еще и на тебя накинем. Кровотечение. Хотя как какой-то дрон может кровоточить, это вопрос отдельный. Ну ладно. Не будем задумываться над этим, друзья. Не будем. Иначе не поймем. Хорошо. Раздолбали мы эту хрень. Я даже не у всех посмотрел их неспособности новые. Ну ладно, как-нибудь потом. Так, ты мне тут отдай. Ты видишь, прибрать хотел. Клапом своим грязным. Так, ну и мы в рисковом, да? Кузница. Заходи. Бороды. Заходите. Ух, ни хрена себе. 1000 отдать, чтобы что-то улучшить. Ха, вернулись. Счастье-то какое. Да не говори. Убежавший бандит обронил этот символ. Он вам знаком? Это с железной заставы. Символ не военный. Мне он ничего не говорит. А вот к валу может. Он странный, конечно. Но если кто что... Пока что он не очень рвался с нами разговаривать. Есть такое. Но теперь у вас появилось... Это правда. Конечно, что же может случиться? Заходите. Так, ну на самом деле вот это, конечно, интересно. Интересно, но я сейчас не рискну. Я через сейф, а то, блин, заплатил за что-нибудь не то. Я так не хочу. Так, поехали, значит, по продажам. Нахрен. 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 Я, кстати, может быть, зря продаю. Может быть, эти вещи как-то их можно разбирать на составляющие там какие-нибудь. Я хз. Но они мне лично вот не нужны. Сколько они все плохие. Все эти кольца. Вот, кстати, сейчас надо было нажать вот сюда. Вот. Куда здесь нажать-то? Блин. Не нажимается ни хрена. Так, флакончики мы тратить не будем. Я их даже наоборот бы прикупил. Это, я так понимаю, на создание предметов. Отсюда ничего продавать не надо. Так, ну это все. Эскейп. А купить предметы. Посмотреть предметы. А, вот так вот, да? На самом деле, нам не имеет смысла покупать. Я так думаю, что самые хорошие пушки, они, да и предметы, они именно что создаются, не покупаются. Хотя, вон, усиленная кожаная куртка неплоха. Ну, настолько единиц. Тут буквально один уровень, следующий какой-нибудь подземелье, мы там вещи найдем ничуть не хуже. Если не лучше. А здесь отдавать такие деньги за это. Ну, я не вижу смысла. Так. А это что такое? А вот это я прикупил бы, друзья, аксессуаров. Из глубинной стали. Так у меня нету глубинной стали. Толстых шкур тоже нету. Переработка материалов. Вот эту прикупить бы было бы неплохо, на самом деле. Ну
Вот это я сомневаюсь, и тоже нам через сохранинку буду делать, потому что я нашел какую-то книжку рецептов, и, по-моему, он как раз вот так и назывался, «Основа кузнечного дела». Но вот это надо купить по любасу. Давайте сотку потратим, подтвердить. А здесь, ну, здесь надо смотреть, что не хватает, и есть ли это. Ух ты ж. А, это выкуп есть, а тогда вообще проблем никаких нет. Здрасте, только всё. Не помрите. Отвали, душа моя. Так. Применить. Не понял. Применить. А почему я должен кого-то выбрать? Кажется, что это глупо. Ну, давай вот этого. Чё? Плотный слиток, усиленная кожа, глубинная сталь. Она еще вот получается, похоже. Ладно, с крафтом нам разбираться и разбираться, так думаю. Давайте глянем, что у нас в трактире нынче. Рад нас снова всех видеть. У меня для вас есть предложение. В канализации под городом развелась тьма пауков. В этом городе есть канализация? А то, одно из главных преимуществ. Чего вы решили, что там пауки? Туда много кто спускался. Кто-то возвращается весь в паутине, а кто-то вообще не возвращается. Если бы вы там навели порядок, я был бы крайне благодарен. Посмотрим, найдется ли у нас на это время. Приходи ко мне, когда будете готовы туда отправиться. Ага, и можно сразу туда в канализацию нырнуть. Можно отдохнуть, посмотреть товары. Давайте глянем. Я бы, кстати, что-нибудь приобрел бы, наверное, да? Увеличит силу атаки на 10 боев. Блин, она и стоит. 24 здоровья, это мало. Силу атаки на 4. На 4. Боже ты. Вот на 10-то я еще понимаю, вещь хорошая. А это что? Защиту на 24. На несколько боев. Ага, здесь можно приобрести удочку и наживку, чтобы рыбачить. Это дело нам тоже потом нужно будет. Но это когда совсем разбогатеем. Какая-то одежда путешественникам. Нагали. Ну, как видите, она хуже, чем у нас одета. Нечего тебе, друг, купить. Нечего. Осторожнее в пути. А нам нечего. Нам нечего продать. Ладно, давайте получим, наверное, квест и будем на этом заканчивать. А, это вы. Ух ты ж, ребят. А у него тоже что-то можно улучшить. Только подешевле, 750 золота. Но здесь явно нужно через сохраненочку смотреть, что это, как это. Потому что ничего не понятно, играю первый раз. Никакие прохождения я не смотрел в гайды. Хотя, наверное, надо глянуть. Да, давай, поговорим. Приветствую. Не принесли ли вы мне чего интересного? У железной заставы мы видели, как бандиты вынули меч из старого доспеха. Доспех тут же ожил и едва нас не прибил. Это да, было дело. Этот артефакт может творить чудеса, особенно с другими артефактами. В смысле? Вам пришлось сразиться отнюдь не с обычным доспехом. Это был древний артефакт. Некогда он служил полководцу, носившему на себе проклятие самого Веруса. Да ты шо? Что за Верус? Ну, заурядный архимаг, которому в голову ударили имперские амбиции. Да еще могущество кровавого демона в придачу. Он давным-давно помер. Ну, как минимум пропал. Так, можно сначала и поподробнее? Я же не историк. Если очень интересно, изучите вопрос сами. Ладно, но вот бандиты, они могут знать, где наши пропавшие друзья. А теперь у них еще и артефакт. Где нам их искать? Если ваши друзья попались им, то они будут в Хламограде. Хламоград. А это где? А это на восток. Почти прямиком на восток. Есть только... небольшая проблемка. Ну, как обычно. Помимо того, что наши друзья пропали, а у меня заканчивается терпение... Единственную дорогу на восток перекрывает бандитская пушка. Вам там не пройти.
Если вдруг соберетесь, то я потом схожу и соберу все, что от вас осталось. Предупреждаю, я с трудом держу себя в руках. Ну ладно, ладно. Есть один способ. Если, конечно, у вас получится снова запустить нуль станцию. Это телепорт какой-то? Точно так. Может закинуть вас в сухоземье. Малоприятное местечко. Так вы сможете подобраться к пушке с юга и зайти ей в тыл. А как с пушкой разберетесь, путь в Хламоград будет открыт. Нуль станции это, как ее починить? Если идти по восточной дороге, то чуть севернее пушки будет пещера Банок. В этой пещере есть манно-ядро. Борода божился, что починил бы нуль станцию, если бы нашелся ненормальный, который сходил бы за ядром. А, понятно. У вас вид не очень понятно, нормальный. Понятно. Так что сходите и принесите ему это ядро. Может, он от скуки даже займется станцией, и вы в мгновение ока окажетесь в сухоземье. Так, мы... Так, этот... А вот ваш интерес к алхимии. Наш? Ну, к алхимии же. Зачем еще вам было таскаться на железную заставу, если не за алхимическими ингредиентами? Ну да, да, да. Так но и было все. Наши друзья. Мой алхимический стол всегда в вашем распоряжении. Только убирайте за собой, если... Это интересно. Бардак, а вы его... Я бы себе скляночек наделал бы. Всего хорошего. Изучен рецепт. А, во, очищение. Зачем мне очищение? Исцеление, это, конечно, хорошо. Кстати, мы там можем? Заходите. А, во, приготовить зелье. То есть всего лишь два зелья, да? Снимает два негативных эффекта. Ну, это такое себе. Их не так часто накладывают, по крайней мере, сейчас. Да и плюс калибрета никуда от нас еще не делся. А вот исцеление, фанфурики мне бы пригодились. Проблема только одна, друзья. Проблема вот в этой бутылочке, она у нас всего лишь одна. Если трав леснодоли нам хватит на штук 20 таких фанфуриков, так же как и обычных компонентов, то бутылка лишь одна. Давайте попробуем, создадим. Надо зажимать. Опа! Ура! Мы сделали фанфурик. Класс. Шанс успеха 33%. То есть тут еще и... Он может и не сделаться. Что-нибудь понравилось? Прекрасно. А у тебя, друг, продаются ли бутылки для изготовления фанфуриков? Ну, кстати, у него тоже есть книжки, которые надо покупать. Какие-то основные элементы. Какая-то хрень. Алхимия, медицина. Зелий каменной кожи. Охренеть, че только нет. А вот, кстати, и фанфурики продают. Ну да, покупать выгодно эти бутылочки и самому делать. Ну, да. Да, друзья, да. Небольшая, 20 монет она стоит из бутылочка. Жесть. А у тебя их сколько? Я ее хочу купить, допустим. А, то есть сколько хочешь, столько и покупай, да? Ну давайте я еще две бутылки таких куплю. Да. И еще два зелья забацаем с вами. Жесть. Мне на самом деле даже гораздо больше нужно не исцеление зелья, а зелье маны качественное. Поскольку вот с железной заставой как раз столкнулся с этим вопросом. Ну, наконец-то. Что, жизни-то дофига, а маны нету. Если бы не тот красный кристалл, который нам вообще все восстановил полностью, то я хз, в чем мы делали бы. Так, друзья, ну и... А, вот она, эта пещера. Тут надо будет двоих убить. И пойдем в пещеру. На это, друзья, все будет уже в следующей у нас серии. На этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайков, писать комментов. Конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего и удачи.